В Сургуте задержана целая банда вымогателей, которая зарабатывала на бизнесменах-перевозчиках. По данным следствия, в состав преступной группы входили сотрудники полиции. Дела возбуждены по фактам получения взяток от местных предпринимателей. За мзду гаишники предоставляли грузовикам бизнесменов в чистый коридор, то есть возможность без проверок пересечь территорию округа. Преступный доход ОПГ составил более 1 000 000 рублей. В общей сложности задержано 11 человек, 2 сотрудника полиции находятся под домашним арестом. Один заключен под стражу. Бандитам грозит до 8 лет лишения свободы. Ведется следствие. Ряд сотрудников территориальных подразделений ГИБДД УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу получали от предпринимателей взятки за беспрепятственное осуществление проезда грузового автотранспорта. Задерживалось по подозрению в совершении преступления 11 лиц, в том числе 5 сотрудников правоохранительных органов. Последним предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотрено статьей 290 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть получение взяток.